Всем привет, меня зовут Виктор, и это продолжение прохождения Horizon Zero Dawn. Мне это нужно. Так, давай мы сейчас вспомним, чего мы тут собирались творить, и почему нас сюда отправляют. А это испытание бамбука, да. А вот мы что собирались в котел Дзету щемануть. Ну давай в котел Дзету сгоняем. Куда, индюк, убегаешь? Бежать хотел от меня индюк. Слышь ты, шарогляд, куда? Разберусь побыстрее. Ой, ёптать. Предупреждать надо, что здесь засада, блин. Вроде сбежали. Не, просто если тут уничтожать все машины, чисто тотальную зачистку устроить, да? Ох ты, а здесь где-то этот ходит хер. Это помогло. Вон они ходят, суки. Угу.
Эй, ты, блядь. У меня снарядов-то не так много. Все. Ну да. Тогда мне придется что-то выбросить. Не надо ничего выбрасывать. Так, подожди, где-то ж я еще одного отдубасил там. Лисица. Так, ну котел-то я нашел, а вход в котел где? А, не, ну тут в принципе он же показывал, что где-то там сверху сигнал какой-то неопознанный. Может там подъем? Не будем тогда это брать. Оставим до лучших времен. Да? Ты же этого хочешь? Чтобы... Сперва говоришь, запас карман не тянет, а потом... Ой, а у меня уже много вещей, и мы брать не будем. Вот и пойми после этого у вас. Где вон там не вход ли там был? Может пригодиться. Ну, хоть снега тут нету. Ох, давай по травке побегаем. Порезвимся. Иди нахер.
Побегать мне не даете. Тут спокойно. Травка зеленая, насладиться, блин, козлы. Я говорю, отстань. Пристал, блин. Так, оббежали поверху. Просто, может быть, этих чудаков-то и не надо было мне убивать. А я их взял и убил. Если вот здесь вот где-то там вход был. Ага. Быстрый спуск. Точно. Не обязательно было мне их убивать. Ну, кто же знал? Доберитесь до ядра. Дра-дра-дра, дра-дра-дра. 10 тысяч. Это что, самый крутой котел получается сейчас? Если 10 тысяч за него дают. Да, сейчас-то мне тут жопа-то сейчас будет тут гореть. Нет места. Так, давай тогда, если ты говоришь, у тебя нет места. А. Да хватит тебе плавать-то тут, блин. Грибочки вот давай собирай. Так, ну мне надо бомбы до последнего тогда беречь. Сколько ты уже затарилась, тут налегке уже ни о каком налегке речи быть не может, блин. Так, ядро недалеко, здесь Громозеев. Ну, вот тут-то бомбы и пригодятся, да? Термоядерные. Так, а где охрана? Охрана. Охрана. Сюрприз, как говорится.
все. Так, ну что? Готовимся к херачиться с Громозевом. С Громозевом. Ты не охуел ли, маленький? Блять, что ты нажал? Хорошо. Хорошо, но мало. Так, давай-ка мы тогда... А, подожди, я же еще этих люськов не убил. Блять, ничего, за вами бегать, что ли, дурики. Еще на 3 хватит, если что, да?
Угу, все, ладно. Ладно, ты у нас один, это уже хорошо. Так, окей. Что-то мне кажется, с этими он, с немагнитными, которые бомбы получше дамажило. Лишняя тяжесть. Хотя это на 310 пробивает, а это на... А это пробивает на 207. Ну, здесь я, грубо говоря, могу таких сделать больше. А значит, больше раз стрельнуть. Там я только 3 смогу сделать, да? 3 смогу только сделать.
А этих смогу 6 сделать. То есть урона больше будет. Давай. Давай, давай, давай. Ну, тут... Ну, тут, грубо говоря, только 3 получится. А здесь их 6 выйдет, да? 6 еще, еще бы. Еще бы одну и... Ладно. Неудачненько, да, мы убили их. Так, может тебе сперва оружие выломать? Емкость с огнежаром. Беги, ёпты, беги. Кукундрох. Чучундра, беги. Да беги ты, ёптать. Да чтоб тебя, мудень. Thank you.
Фу, блядь, почти.
Да, блядь. Так, может, мы тогда сперва обратную тактику попробуем? Может, мы сперва тогда... Сперва мы тогда... С лука... Захерачить, попробовать. А потом уже взрывными. А. Так. Теперь давай смотрим. Ты 198, это 59. Ну, это компоненты, вот эта штука звуковая. Это 99, да? А это 198. Давай с тебя попробуем сейчас. Хули делать? Надо ж... тактики-то и как-то использовать. Вот так, давай. Блять, ты уже вы. Thank you.
Фу, блядь. Жестко. А вот еще эта хуйня лежала, да? Давай мы это соберем. Грибочки соберем тут. Лечебные, целебные. Ну, ты тут, конечно, гриб. Грибочек, да блин, давай. Гриб, грибочек. Эти сведения помогут мне украшать другие машины. Ага. 10 тысяч опыту. Все, уходим. Значит, это Гефест переписал программу котлов. Заставил их создавать агрессивные машины. Вот. Раньше он был частью Гея. Но теперь, как и Аид, он действует сам по себе. Раньше он был частью Гея. Чего он добивается? Очередная загадка. Ладно, сначала мне нужно разобраться с Аидом. Сейчас ты сдохнешь. И спрашивается, нахера я вас тогда убивал, там, если вы здесь, блядь, опять очнулись. Все грибы.
Так, что у нас тут? А где еще котлы-то есть? Так, а сколько я котлов зачистил? 4. А сколько у вас всего? Зета, Рокси. Непонятно, конечно, сколько там всего этих... Два очка навыков. Что мы можем с тобой сделать? Концентрация. Две стрелы, да? То есть двойной урон. Ну, надо будет тебя, значит, взять. До трех стрел. Коллекционер у нас. Так, подожди, задание. Так, осмотрите приготовление у шпиля. Приготовление на гряде. И что? Давай. Хорошо, я предлагаю сегодня на этом закончить. Продолжим уже следующие с вами выпуски. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии.